Здравствуйте, друзья. Пока я тут валялась с ногой своей больной, мы совсем забыли про Луняшин юбилейчик. Ей исполнилось целых 1,5 года. Мы никак это не отмечали. Будем сегодня исправляться. Поедем с девочками на прогулку. Не праздничную, просто прогулку, но устроим праздничный обед и немножечко их развлечем. Так что всем приятного просмотра. Думаю, будет интересно. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, писать комментарии. Все, всем большое спасибо. А кто тут у нас? А кто тут у нас пришел? О, вот это кто? Буся. Буся немножко, немножко не в настроении. Подготавливаем праздничную рыбку для Луняшиного праздничного обеда. Обычно берем нерку, но сейчас пока ее нет. Так что будет форель. Форелечка пожирнее, конечно, не такая красная, ну ладно, тоже думаю, вкусная будет. Надеюсь, мне аж понравится. Вкусняшка. Немножечко угостим заранее. Очень вкусно, вкусно, спасибо. Это тебе на обед будет. Смотри, Веня уже вон в машине. И вы, мадам, машину. Давай. Нет, нет, не туда. Вот сюда. Молодец. Тогда за руль садись, поехали. Задорные горящие глаза. Давай попробуем. Ты чё, от собаки понахваталась, все будет сгрызать? Сухие хоть ветки дроби. Юля. Thank you.
кто-то крякает, да? Такси. Что? Долго не едем, да? Постоянно ждать приходится. Там еще я на пеньке сидела. Картинка. Три девицы. Такси наше едет. Оба! Оба! Веня, Веня, пошли в лес! А то за нами уже приехали. Оп, оп. Какая осенняя грустная картина. О, как весело. Не знаю, понравится ли, конечно, это Луняше. Но Вене-то точно понравится. Она шарики обожает. Начнем с Луши. Сейчас посмотрим, как она отреагирует. Именинница заходит. У-у-у, Буся, что это такое тебе тут понавешали? Ой-ой-ой, такая скромняшечка. Что это? Такая скромная кошечка. Сейчас посмотрите, как вихрь ворвется сюда и совсем разберется быстренько. Это что такое? Это шарики? Это шарики тебе? Когда ей год исполнялся, ей прям много времени потребовалось, чтобы разобраться, что с шариками делать, что их лопать весело. Веня уже изнемогает. Луша, тут за тебя начали ветки лопать, шарики. Ой-ой-ой. Не бойся, шарики же, это весело. Ладно, запускай вихрь. Неудержимая врывается. Держитесь все! Ой, чумачечья. Вот так! Так, с двумя справились вот эти вот. Вот так! Вот так. Вот так. Луша в шоке просто. С этого гостя вообще на празднике. Бешеного. Луняша, ты ее приглашала вообще? Веселые конкурсы. Вот вам бы в команде работать было здорово. Ой,
невозможно. Боже мой, как тебя снимать? Я не перевозбуждена таким весельем. Ой, аж слюни до пола взбила. Очень уж шарики хочется, да. Чумототка. Ой, ты смешная. Нет. Ой, молодец, ну наконец-то! Полчаса, умница какая! Весело лопать шарики, да? Весело! Тебя шарика видел. Ой, Буся, ну ты такая смешная. Крокодил он, все шарики уже тебе полопал. А ты два. Время праздничного обеда. Вене будет вот этот консервированное питание. Не сильно, конечно, полезное, точнее бесполезное, но зато вкусное, ей нравится. Лучше будет рыбка и няшки получит обе. Вот такая вкуснятина получилась. Ням-ням-ням. Пойду угощать. Ой-ой-ой, пойдем кушать. Пойдем скорее кушать, пойдем вкусняшками угощать. Тебя и Веню. За праздничный стол пригласишь Венюшу? Ну давай уже. Что ждем-то? Что ждем? Ой, как вкусно. Все, отпускай Кракена. А когда кто-то рядом с Веней ест, она, конечно, просто в 70 раз быстрее всасывает, чтобы успеть еще и подружки перехвастить. Скажи, вот это здорово! Погуляли, шарики полопали и полопали сами. Подвинься немножко. О, какой вкусный лососик. Форелька вкусная. Пылесос. Да, я кость достану пока. Сюда положу. Да потом съешь, я не буду есть, честно. Ой, Буся, давай, ускоряйся. А то пылесос сейчас и всю форельку твою сосет. Такая, ты не будешь, а я вот косточку-то пок. Ты у Вени косточку украсть решила?
косточку? Ты форель на косточку променяла? Веня уже уехала вообще в соседний город со своей миской. Молодец. Ну ты умница. Ты моя умница и именинница. Полтора годика уже тебе. Да потом... Так, пылесос, ну-ка из миски. Уйдите. Утащила твою косточку. Все, косточка понадобилась обоим. Веня на всякий случай спрятала свою кость от кисы. Куся, держи. Держи форельку. Ой, жадные. Ну какие жадные. Вот прицепились к этой кости. Все, все надо. И кость надо. И кашу свою, мешанину надо. Все так вкусно. И шарики весело. Уша интеллигенция. Вы попробуйте-ка еще ее накормите. Но, говорит, ну так и быть, только ради вас. Покушаю. Держите, еще у вас осталось рыбки немножко. А рыбочку. Молодец. Молодец. Из-под куста. Давай еще последний кусочек праздничного торта. Очень вкусненькая форелька была. Очень вкусная форелька была. Очень вкусный обед получился. Просто вообще. Начисто. Начисто вылизанный. У кого-то еще продолжается. Кость в кляре. То всем нужна, то теперь никому. Что? Спрячет ее потом. Зароет, наверное, где-нибудь. Все, теперь всем нужна. Смотри, какая вкуснятина. На, забирай туда, куда-нибудь погрызешь. Держи. Держи. Ну, держи сама. На, крокодил. Кроки. Все нравится. Просто сейчас 3 секунды и не будет. Булыч, ты куда-то вообще в неудобное место легла с костяшкой с этой. Иди сюда, иди. Вот сюда иди, тут удобнее будет. Иди сюда, иди. Ну иди сюда, на. Грызи свою косточку. Свинюки. Вот она, вкусная, любимые косточки. Единственная, которую она ест. Как мне сказали, из костного мозга это. Для очищения зубов. Ну, конечно, для очищения зубов каким-то животным поменьше. Но это самый максимальный размер косточки, который был у нас в зоомагазине. Ну, в общем, муслявить они сейчас будут. Уша до вечера. Веня уже все, кажется. Сейчас еще 2 секунды и все.